сегодня мы поговорим о очередном проекте под названием Out of the Cloud. В чем основная идея? Подробнее о токене. В общем, все как мы любим. Итак, Out of the Cloud, как понятно из слова cloud, облако, да? Это безопасное хранение файлов, данных и презентации с помощью технологии блокчейн. Реализационный новый способ хранения, а также передача и доставка представления файлов в живых данных. Чем интересен этот проект, тем, что уже есть бета-версия данного облачного хранилища, которое доступно бесплатно. Так, давайте посмотрим подробнее о проекте, и может вам станет более понятно. Так, наш продукт в бета-версии. Наш продукт находится в бета-версии. Вот, уже есть это на сайте вот, outofthecloud.com. Давайте подробнее Out of the Cloud. В отличие от других ICO, которые вы можете изучали, компания Out of the Cloud выделяется тем, что у нас уже есть рабочая программа, разработанная современная платформа доставки для отправки нескольких больших мультимедийных файлов, и решили выйти далеко за рамки обычного обмена файлами, чтобы включить динамическую и мгновенную потоковую презентацию этих файлов на безопасном, защищенном и полностью настраиваемом дисплее. Это может быть персонально для каждого получателя. Эти защищенные презентации могут быть созданы всего за несколько секунд и всего несколько щелчками на нашем веб-сайте.